Выездная администрация – формат, благодаря которому удается уделять внимание не только вопросам общего развития территории, но и точечным пожеланиям жителей. Очередная встреча прошла во Фрианове. Жительница Светлана Николаевна обратила внимание на недостаточную освещенность квартала семейной в деревне Новопареево. Работы будут выполнены в рамках программы «Светлый город» до конца года. По просьбе Натальи Ивановны старые лавочки у дома номер 18 на Первомайской заменят на новые в течение пары недель. От лица всех жителей Игорь Александрович поблагодарил за 7 уже обустроенных народных троп и попросил заменить покрытие тротуара от дома номер 6 по улице Текстильщиков до здания Щелковской больницы. Глава поручил провести ремонт до 1 августа. Также по просьбе жителей пройдет комплексное благоустройство двора на улице Поварова у домов 57 и 57А. Волнующих многих вопрос о модернизации системы теплоснабжения задала Екатерина Владимировна. Глава подробно рассказал о больших планах в этой важной сфере. Что касается Фрианова и соседних населенных пунктов, капитально отремонтируют котельную на улице Текстильщиков, а также установят две современные блочно-модульные котельные на площади Ленина и в деревне Еремина. Работа выездной администрации продолжится.